разговариваете с ним. Он За что? откат, не склик. А как я с ним общаюсь? Как разговариваю? Фигово, Фигово? фигово, да. Раз рядовой то стоит до сих пор. Ну, И может, я я то стою до сих разрешил. пор. Ну, Ну, может, я разрешил. ну, Ну. ну, и что? Ну что, ну и что? Ну стоит дальше что? Так запрещено. Ну я ему разрешил. Хорошо, я тогда тоже постою. Я вам не разрешил. Почему? Не хочу. Угу. Ого. Все, разговор окончен. Да, идите в казарму, учитесь, сдавайте устава. А я уже Ожидайте все сдал. А я уже милитариальное все сдал. Я приглашение. уже все сдал. Что, вы сдали УК, пока вы сдали? Но я могу сейчас сдать. Давайте. Давай. Тем. Не вижу интенсивных телодвижений в сторону казармы. Вот. Ну, так я у КПК стою, жду. На КПП? Ну, так вы, это, хотите Что? проверить у меня? Ну, я хочу Нет, сдать. я, ну, я сейчас не занят. Вы хотите сдать? Ну, Ну, идите в да. казармы, за казармами у нас принимают Ну, все так, экзамены. ну, а вы, Ну, а вот вы? идите, вызывайте, чё я. Ну, а вы? Ну, а что я? Ну, в смысле, вы тоже Ну должны. я, что я должен? Кому я должен? Что я должен? Проверить у меня у КПК. Я должен? Да, вы ее все. Нет. Не Я должен. вас прошу проверить. Вы Простите, у сейчас меня ничем не заняты. проверить? Да, вы сейчас ничем не Я заняты. должен проверять? Да. Так проверить Пожалуйста, или экзамены сдать? пунктик. Нет, подожди, персонада. Пунктик, MP где USN. я MP должен USN. MP проверять? USN. Я Я еще раз услышал это, говорю, можно не MP и повторять. USN сдает. Пункт, где Им я сдают. должен проверить То есть мне ваше что-то. имя сказать, то есть мне ваше имя сказать, да? Это ваше право. Сказать, не сказать. А говорю, точнее, еще раз спрашиваю, я должен проверить? Ну, вы мне сказали. Я Что я сейчас вам сказал? бодикамеру могу свою. Да Сейчас мне пересмотрю бодикамеру глубоко свою. насрать на вашу Ну, бодикамеру. вот и все. Значит, Ну, сидите, ждите. что значит, сидите, ждите. Ну, ты понял, да? Один дурак, что лезет туда, куда где не вывесит, а второй душнило. Да не душнило я, ну слышишь, когда мне вот это что-то предъявить пытаются, тупо хуйню какую-то, что я, блядь, буду Я слушать. говорю. Вы уверены то, что я не вылезу, да? С этой душнилой, да? Точно зря. Вы уверены? Я с немножечко просто надену человека напротив, взломать человека напротив, поведу за собой сервер А за содержимое по что? статье А за что? 1.3 Уголовного кодекса. Значит, достану латекс на Что? перчатке. А где я оскорбил? А где я Вы оскорбил? меня Подождите. душнило назвали. Вот так, значит, достал латекс на перчатке с А, лица, надел то... на руки, Ну начал ладно, натаскивать человека хорошо. напротив, прохлопал верхней ниже за одежды человека напротив. Ага, отлично, хорошо. Ничего легального найдено В не прокуратуре было. встретимся, в прокуратуре встретимся. Так а зачем нам прокуратура? Ну... Открою дверь автомобиля, позову гражданского автомобиля, значит, пристегнули небезопасность, закрою дверь автомобиля. Так. Шом получается Миранду засчитать, да? Так, значит, вы имеете право, хрен вообще, что скажете, может, это будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на один телефонный звонок, также имеете право на адвоката. Если вам необходим адвокат, он будет вам предоставлен. Вы понимаете свои права? Нет. Нет, очень жаль. Вот. Вы имеете право хранить молчание, если вы скажете, может, будет исполнено против вас судья, вы имеете право на один, также имеете право на адвоката. Если вам необходим адвокат, он будет для вас предоставлен. Вот такие вот дела. Так, а мы сейчас МПшника вообще вызовем, так будет быстрее и Ну эффективнее. вот, как раз, брат Рампа вызвать.
слэш /ut.com.sn.atul.mp 207.